18 апреля специалисты финансового управления администрации Каспийска провели рейд по выявлению правообладателей, не зарегистрировавших свои домовладения. На этот раз проверка была проведена в микрорайоне Кемпинг, линия номер 8. На данной улице из 33 домовладений 13 не имеют регистрации. Хотел также сообщить горожанам, что при отборе улиц на капитальный ремонт будет учитываться факт наличия регистрации на домовладение. То есть количество там, где больше зарегистрированных, те улицы попадут под капитальный ремонт. В связи с этим представители администрации проводят рейдовые мероприятия именно по данному адресу с целью вычислить уклонистов от уплаты налогов и известить их об этом. Отметим, что проверки проходили совместно с главным специалистом управления экономики Каспийска Амирали Идрисовым. Кроме того, в ходе рейда гражданам были вручены уведомления о правилах регистрации и ее необходимости для собственников.